Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Ура-ура! У нас май, 7 число. Вот, давайте с вами пробежимся по нашему садику-огородику. Сейчас я вам покажу наши лилии. Снега кидали. Отсюда я уже брала, потому что воды еще пока нету. Вот. Сегодня у нас 7 мая. И мы посадили картошку. Закопали. Так что все. Картошку мы посадили. Вот у нас баданчик, как растет. У нас солнышко, погода теплая, птички поют. Баданчик зацветает. Красавец. Ну, все уже пробуждается. Гортензии я маленько так подстригла. Убрала все лишнее. Тонкие всякие, маленькие, засохшие, подмерзшие. Все почистила вчера. Вот. Так маленько кустик, как это, форму ему придала. Так, ну что у нас тут еще интересного пока? Пролески у нас зацвели. Пролески. Уже пчелы работают, шмели, купальница выходит уже из зимы, зеленеет, скоро как пойдут цветочки красивые. Так, пойдемте дальше с вами. Я уже почти все убрала, да не почти, а все убрала. Вот ждем воду. У нас жара стоит страшно, сегодня 26-27 градусов. Я уже говорила, сегодня 7 мая. Вот дельфиниум у нас тут вот. Дельфиниум. Сегодня надо виноград будет развязать. Он у нас еще связанный. Я заглядывал, там уже листочки просыпаются. Но мы еще его даже не... Этот брезент сняли, а вот это все оставили. Но сегодня Палыч сейчас отдохнет маленько. И надо будет развязать его. Открывать не будем, потому что... Ну, посмотрим там, как карта ляжет, как говорится. Тут вот тоже... Вон, видите, в кружочке купена у меня там. Он... Скоро... Тут у нас... Вот, посмотрите, что у меня с рододендроном стало. Поливала. И не знаю, что с ним такое. Засохли. Не знаю. Ну, вот такая вот печалька. Печалька у нас такая. Ну ничего, отойдет. Листочки-то скрючены, новые пойдут, все нормально будет. Тут у нас вот тюльпанчики. Тут вот тоже все порыхлило. Ангелочков посадила. Пусть беседуют, общаются, разговаривают. Ну а так-то вроде. Вот чесночок декоративный, как хорошо уже поднялся. Он у меня тут прям, ух. Так, сейчас я вам еще покажу. Вот эта вот пирамидка, я там бобы, фасоль посадила. Такую, как ее, длинную, худую, которую можно замораживать и так просто кушать. Варить и кушать. А так, в общем-то, пока ничего нету. Так, Викторию вот почистила тут. Вот, видите, шланги пораскидали, ждем воду. Когда дадут воду? Вечно у нас не понос, блин, так золотуха. Ой, господи. Ну ладно, куда деваться-то? Вон чеснок у нас, пойдемте сходим. Чесночок у нас зашел. Это... Я тут приготовила для огурцов. Пленкой накрыл, чтобы... Хотя жара у нас тут, но пока садить не буду. Воды нет. Чем поливать? Огурцы воду любят. Нечем поливать. Подождем, когда дадут воду. Тогда посеем огурцы. Вот это как ее? Чесночок. Там лучок вот я посадила, уже всходит. Вот.
Ну вот лучок. Тут я в апреле, в конце апреля посадила. Не помню, какое число было. Вот, ну уже, пожалуйста. И тут тоже лучок. Полить его бы вот. А у нас жара стоит страшенная, воды нету. Вот. У нас так всегда. Так, вот тут вот у меня... Ой, сейчас покажу. Тут вот у меня капустка в парничке. Там вот по краям у меня астрочки насеялись. Вот они миленькие, примиленькие. Ну, подождем, когда они подрастут, потом будем высаживать. Капустка. Солдатики. Там вот ирисы выходят уже. Так, пойдемте с вами сходим дальше. Это орешник. Там у них сережечки висят. Орешки будут. Немножко, правда, но будут. Вот видите. Тоже полить бы все. Тут вот у меня под пленкой морковка. Морковку посадила я. У нас сегодня 7-го, 5-го. Пленкой накрыла, полила. Тут вот под пленкой у нас арбузы посадила 3 мая. Приготовила тут все. Уже сразу застелили этим, как у вас, панбондом, чтобы не на земле они у нас лежали, арбузики. Ну а тут вечерком надо будет сегодня полить. Там у меня в бочке не осталось немножко воды. Вот так вот. А так ничего вроде. Пойдемте с вами. А сейчас давайте пройдем с вами по тепличке. Ну вот, мы с вами в тепличке. Тут у нас перчики. Перец сладкий. Тут эти, как их, господи, колюсы. Там петуньки. Баклажаны что-то, листья все. Жарко им тут, жарко. Высаживать рано. Ой, вот и помидорки вон скукожились, и политы, и все. Вот еще раз полила помидорки, перцы вот эти горькие вымахали куда непонятно. Тут у нас розочки. Ну вот сейчас после 10-го, 11-го, 12-го там будет прохладно. Потом обещаю 10-го воду вроде дать. Не знаю, когда. Буду высаживать потом. Но вот такие вот у нас тут пироги. Сегодня в этом году мало у меня растюшек. Вот тут вот тоже петуньки. Тут всякие разные. Вот цинь еще не высеивал, потому что там несколько посеяло грядочек. Потому что нечем поливать. Вот, а в сухую землю уложить просто так, знаете, тоже. Вот это наш розарий. Розочки под колпачками. Они хорошие, но ждем, когда отойдут. Верхушки у них подпрели или подмерзли. Подмерзли, наверное. Ну вот я их под 5-литровочки полила. Вот наш фламинго. Я его подкрасила в этом году. Сделала порозовее немножко. Вот такие вот у нас тут висюлечки. Пойдемте подойдем поближе, покажем, посмотрим. Ну а так вроде вот наш дом-дом. Груши начинают цвет набирать. Там у нас дровничок, баня, туалетик, сарайка, все. Ну, тут вот так вот. Капустку тоже вот холода пройдут буду, хотя она и не боится холодов, но буду высаживать. Приготовлю все эти, как воду дадут, сразу буду высаживать капустку. Ну, вот так вот у нас тут. В общем, все уже готово. Посадки. И к поливу. Да, сейчас бы все пополивать. Понемножку хотя бы. Значит, у нас только 7-го. Обычно у нас числа 10-го, 12-го дают воду. Ну, вот обещали еще. Вчера давали пробную.
Но до нас вода не дошла. Где-то разбежалась по участкам. До нас не дошла. Ну ладно, дойдет. Может быть. Вот наш фламинго. Наши ангелочки тут. И вот такие вот у нас тут. Такая вот красота. Вот. Дарадам, 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 дарадам. Бриллианты. Бриллиант. Сюда вот потом посажу в серединку эту петуньку. Ну, вот так вот у нас все. Там тоже гортензию у забора подровняла, подстригла. Так ничего вроде. Все хорошо, потихоньку все. Скоро все будем высаживать в грунт. Вот так вот наша ивушка. Красавица. Вот так это сад-огородик наш. Побелели деревья все. Сейчас вот воду дадут. Рододендрон подкормлю. Я его поливала. Только я его на зиму показывала, укрывала. Может быть, да бог его знает что. Он обычно же мороза не боится, как говорят. Но мне его жалко, я его сюда прикрываю. А в этом году непонятно, что с ним случилось. Точно так же, как каждый год укрывала. И в этом году укрыла. Но отойдет, отойдет он. Просто внизу будет голо, а сверху листочки пойдут. Все будет. Вот так вот. Так что вот так, мои дорогие. Готовые. Ждем, когда все проснется. Вспомнила, вот эти голубенькие цветочки, это фиалки. Весенние фиалочка. Но это кустик еще маленький, он разрастется и будет красота. Распускается у нас еще. Сейчас покажу. Пойдемте с вами. Такая жара уже. Время 1 часов, а уже жара. Смотрите, какая у меня. Та-дам! Ти-т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 и. Смотрите, миндаль распускается. Видите? Уже цветочки. Миндальки. Миндалевое дерево. Видите, какая красота. Весна, весна. Ну, ладненько. Будем с вами прощаться. Пока-пока. Заходите на наш канал. Простите, что редко снимаю. Да пока шибко нечего снимать так. Так что у нас вот тут вот такая красота такая. Ладненько. Всем пока-пока. Заходите на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Пока.